тебе было хорошо. А семьей? Семьей ты обзавестись не желаешь? Не сейчас. Потом Дуля действовала очень осторожно. Точно? Точно, точно. Мы были друг с другом нежны и осторожны. Мы любили друг друга горячо и отчаянно, но с оглядкой. Понятно? Понятно, понятно. Само собой, нисколечки в этом не сомневаюсь. Ты что, парафином обнюхалась? И что ты со своим парафином? Настроение у тебя какое-то больное игривое сегодня. Игривое? Угу. Да нет. Да-да. Отлично. Игривое, игривое. А мы тут с Пато Дулей времени зря не теряли. Мы любили друг друга, и я его теперь знаю, как облупленного. Да, но для меня это не главное. Конечно, он хорош в постели, но мне нужно, чтобы были общие интересы. Книжки, политика. Я ему так и сказала, или мы находим общие интересы, или расстаемся. И он понял. И когда ты ему об этом сказала? Недавно. И он, наверное, расстроился. Он очень расстроился, но я...